Привет! Хочу предложить экспресс на матче отборочного турнира Евро-2016. Матч сборных Черногории и России трогать не будем, будем болеть. А вот на соперников я предлагаю сделать две ставки. Первая из них – это чистая победа сборной Швеции над молдаванами. Шведы уже достаточно раз сыграли в ничью, им отступать некуда. Поэтому коэффициент 1,42 на победу шведов в Кишиневе мне представляется достаточно щедрым, и эта ставка должна сыграть. Второй вагон – это матч сборных Лихтенштейна и Австрии. Тотал первого тайма для австрийцев больше 0,5. То есть Австрия забьет хотя бы один гол в первом тайме. Австрийцы сейчас неплохой футбол показывают. Я думаю, что не должны они оступиться в игре с Лихтенштейном и уже в первом тайме должны забить хотя бы один мяч. Итоговый коэффициент экспресса чуть больше 2. Кирилл Дементьев специально для сайта intelbet.ru.